поднимаем оружие, готовимся к расстреливанию снежного, наверное, это заяц. Будем считать, что это заяц. Это медведь. Медведь. Заяц и медведь. Или медведь. Гибрид. Медведь и заяц. Гибрид, короче. Гибрид. Руки у него в крови будут. Это моя рука. Чё ж сразу в крови? Может это этот свекольный сок? Чё ты уже сразу про кровь-то? Будет опасный. Смотрите, какой опасный. Да наоборот, прекрасный. Чё уж так? Да. Чё вы такой негатив Если сразу? Будет зеленый. Покрасим ему его пуп. Вот. Не красьте пуп, это я его первый взял. Ай, течет, все, на мои руки потекло. Становись с этой стороны, Георгий, становись с этой стороны, а то здесь зеленого мало. Сзади не крась, ты спереди крась. Стой, Адриан. А зеленого мало? Вот, с этой стороны становись. Вот, с этой покрась зеленым. Да, о. Нос ему покрась. Нет, он будет зеленый. Итак, поспорили два цвета, зеленый и красный. Рот его будет весь... Так ты с одной стороны, Радмир, крась, а он с другой. А то сейчас, когда все смешается, черное будет. А, да? Да. Красный плюс зеленый, это разве черный? Я бы с ней расправился, кажись. Да со свеклой ты расправился, чего ж со свиньей? Нет, напротив не становитесь, друг другу попадете красками. Уши у его будут красные. Вон низ и можно еще покрасить желтым. Давай желтый это тебе, Адриан. Ближе подходи. А эти краски легко отмываются? Нет, это на всю жизнь уже. Все, Радмир, так и будешь ходить. И давай поливай вот так просто. Полей, ближе, близко подходи только. Вот так. Чего уж мелочиться-то, в самом деле. Радмир, Радмир, ты ж не это, Адриану не раскрашивай. А то его дома не узнают. Узнают. Может быть. Он весь зеленый. В одну тоже не из этой. Стреляй там, где нет. Вон, смотри, нету света. Вон нету этого. Упала. Рука. Вон, с этой стороны. Видишь, свободная. Вот здесь а вот, на туловище. Ниже опусти. Можете мне краски еще выбрать? На. Сейчас. А хотя тут еще. Закрасим его в начале синий. Взяй травку. Взяй травку вокруг его. Сейчас. Отлично. Волны, нарисуй волны тогда рядом. Зеленый. А ты потому что надо вот так стрелять. Ну, повернуть. Да, вот так. Вот глаз. Да, отлично. Вот глаз, да. Оно брызгает. А можно сразу же туда вылить? Можно, только аккуратно распределяй. Сейчас мы чуть-чуть открутим. Да. Чуть-чуть полью. Чуть-чуть, да, чуть-чуть. Аккуратно, на себя не, главное не разливайте. Равномерно распределяй. Все, у меня краска кончилась. Хорошо. И чистота моих рук тоже закончилась. А можешь в снегу это самое почистить? О! Ну, до конца, чтобы со всех сторон. О, чуть-чуть. Не трогай, не трогай там. Там же просили не красить. Чуть-чуть. Да, распределяю. Так вот, со всех сторон постарайтесь. Можете повыливать, да. Желтую башню не трогайте. Я из банки туда полью. Остатки остались. Выпрыскиваем остатки. Давай. Все.